Станция метро Новокузнецкая открыта 20 ноября 1943 года. Тоже время Великой Отечественной войны. Переход на две станции: Третьяковская, шестая линия и восьмая. В сторону Медведково, Новоясницкой и Новокосино. Глубина 37,5 метров. Станция трехсводчатая, глубокого заложения. Находится на второй линии. Большинство этих станций, которые я сегодня снимаю, находится на второй линии. Все, кроме Павелецкой, на кольцевой. Третьяковская до Новоясницкой, да, в ту сторону. Третьяковская до Медведково и до Новокосино. Изначально это название писалось через дефис между Ново и Кузнецкое. Был дефис, потом слитно. Героическим защитником города Ленинграда. Одессы. Сталинграда. Это все посвящено защитникам оформления станции. Необычное, красивое Севастополя. Выход на Пятницкую улицу, также на Большую Татарскую. Пятницкая улица, Садовнический проезд, Клементовский переулок, Третьяковская галерея. Новокузнецкая улица. Третьяковская галерея находится близко к этим трем станциям метро. Новокузнецкой и двум Третьяковским. Большинство обычно спешат по делам и не успевают разглядеть эту красоту станции метро. Поэтому я каждый месяц снимаю по 5 красивых станций метро. Они еще есть. До конца 2019 года это точно будет. Останется еще 25. Дальше будет видно. Конечно же, новые открываются. Час пик, но не везде. Ну, это ближе к центру. Подсветка, весы. Название по Новокузнецкой улице. Thank you.
фонарей в центре самой станции. Потому что кроме них в этом месте подсветки больше нет. Есть небольшая по краям, но этого недостаточно. Несмотря на это все, это не самая мрачная станция метро. На Люблинско-Дмитровской линии можно их увидеть, она не одна. Одно время был такой дизайн. А сейчас наоборот, все ярче и ярче, все больше и больше подсветки. Чем ярче, тем лучше. И вот такие красивые станции метро. В Москве я их снял. Алма-Атинская, Автозаводская, две Павелецких, одна кольцевой линии Парадина-Смоленской и Новокузнецкая, а также первый надземный пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова вблизи станции метро Технопарк. Я приглашаю вас на свой канал и эти места. Делитесь своими впечатлениями, посещайте. Это все очень красиво и интересно. Так что всем пока!